Всем здравствуйте! Я надеюсь, что вы все здоровы. Сегодня мы откроем вам секрет, как сохранить и улучшить здоровье, которое так важно в наши дни. Мы поговорим о терапии гиперсветом Биоптрон. Но прежде чем мы начнем, я хотела бы перенестись в прошлое, 1903 год. В год, когда датский профессор Нильс Финзен был удостоен Нобелевской премии по медицине. Он был награжден за лечение туберкулеза кожи с помощью концентрированного светового излучения. Эта премия открыла совершенно новую область в медицине – светотерапию. Направление, которое помогает в лечении и по сей день. За этим также стоит будущее медицины. Светотерапия широко используется в медицине для укрепления иммунной системы, для лечения дерматологических, сосудистых и психиатрических заболеваний. Вы можете задать себе вопрос, любой ли свет является полезным? Мой ответ – нет. К сожалению, мы живем во времена обширного загрязнения. Загрязнен воздух, загрязнена вода, но загрязнен также и свет. Мы часто не осознаем, что загрязненный свет является скрытой причиной многих серьезных заболеваний. С другой стороны, жизнь без света абсолютно невозможна. Каждый из нас нуждается в ежедневной дозе здорового света. Нам нужен свет, который одновременно защищает нас и исцеляет. Свет, который защищает и исцеляет нас, это гиперсвет. Здоровые и больные, молодые и пожилые, все мы нуждаемся в ежедневной дозе гиперсвета. Здоровый свет поддерживает баланс в теле. Благодаря терапии гиперсветом Биоптрон, здоровый свет может быть с нами в любое время и в любом месте. Биоптрон – это уникальный, запатентованный, клинически протестированный и сертифицированный медицинский прибор. Он производится в Швейцарии и имеет сертификаты Европейского союза, Канады и Австралии. Прибор одобрен сербским агентством по лекарственным средствам и медицинским приборам, а также FDA. Светотерапия Биоптрон существует на рынке уже более 30 лет в 60 странах мира и имеет более 3 миллионов довольных пользователей. Прибор предназначен для простого использования как в профессиональных целях, так и в домашних условиях. Теперь я уверена, что вы спрашиваете себя, что это за секретное оружие прибора Биоптрон, которое дает ему такую мощную силу. Благодаря уникальному сочетанию световых характеристик, он активизирует клетки путем стимуляции, помогает исцелять и восстанавливать все тело, используя свои собственные ресурсы. Благодаря стимулирующему эффекту, возможности прибора Биоптрон безграничны. Он улучшает доставку кислорода к тканям, повышает иммунитет и ускоряет восстанавливающие и регенеративные процессы в организме. Терапия гиперсветом Биоптрон используется в дерматологии, для обезболивания и заживления после хирургических операций, а также в антивозрастной медицине. Он абсолютно безопасен для использования в любом возрасте, в том числе и для детей. Я не ошибусь, если скажу, что в это сумасшедшее время пандемии наше основное внимание сосредоточено на иммунной системе, как поддержать ее в равновесии и улучшить. Нет ни одного человека, который не желал бы сильного и оптимального иммунного ответа. Ответ и ключ – это терапия гиперсветом Биоптрон. Он приводит нашу иммунную систему в равновесие через активацию клеточного иммунного ответа, увеличивает выработку антител и тем самым усиливает иммунный ответ на вирусы и бактерии. И сегодня, я думаю, что все наше внимание направлено против борьбы с вирусной инфекцией. Терапия гиперсветом Биоптрон является ключевой, потому что она значительно улучшает иммунный ответ на вирусы, ускоряет выздоровление от вирусной инфекции и формирует невидимый барьер для будущих инфекций. И тот факт, что Минздрав России включил терапию гиперсветом Биоптрон в методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, действительно значим в нынешнее время пандемии. И в конце я хотела бы привлечь ваше внимание к очень важному аспекту, а именно к психическому здоровью.
Социальная изоляция и тревога вводят всех нас в состояние хронического стресса и депрессии. Психиатрия – область медицины с широким использованием светотерапии. В психиатрии успешно используют светотерапию больше, чем в любой другой области медицины. Терапия гиперсветом биоптрон гармонизирует нейроэндокринные процессы в мозге, таким образом исцеляя как психическое, так и физическое здоровье. Я не ошибусь, если скажу, что сегодня психическое здоровье важнее, чем когда-либо. Помимо терапии гиперсветом биоптрон, жизненно важную суточную дозу здорового гиперсвета можно получить с помощью другого продукта компании Цептер, революционных и инновационных очков Hyperlite Eyewear. Свет через глаза попадает в мозг и приводит все биохимические процессы в равновесие, поэтому у вас появляется больше мотивации, улучшается внимание, вы лучше спите, а также вы всегда в хорошем настроении. Во время пандемии новая форма заставляла нас часами сидеть перед компьютерами и мобильными телефонами. А это воздействие загрязненного света на нас. Очки Hyperlite Eyewear – это лучший способ превратить загрязненный свет в здоровый гиперсвет для нашего мозга. Что это значит? Единственный свет, который защищает и исцеляет нас, улучшает наше здоровье и благополучие – это гиперсвет. В конце я покажу вам несколько примеров лечения гиперсветом биоптрон. Терапия гиперсветом широко используется в спортивной медицине при различных типах травм, заживлении ран, лечении язв у больных с сахарным диабетом. Она помогает улучшить приток кислорода к тканям и формирование новых сосудов. Используется в дерматологии при лечении акне, при псориазе, атопическом дерматите и экземе. Ее можно совершенно безопасно использовать с самого рождения для грудничков, для лечения очень распространенных заболеваний, таких как экзема и атопический дерматит. А также светотерапия очень успешно используется в антивозрастной медицине, помогая восстанавливать кожу.